Buonasera a tutti, ciao a tutti. Cominciamo la nostra trasmissione in diretta. Oggi è un giorno sbagliato, però non è importante. Привет всем. Сегодняшняя индиретта вообще выбилась из графика, но я просто себе дала такую некоторую установку следовать графику. У нас прямые эфиры и видео вообще по понедельникам или по вторникам. Però è iniziato l'anno scolastico e visto che è iniziato l'anno scolastico, la mia settimana è stata un po' caotica. Из-за того, что начался новый учебный год, у меня выдалась какая-то безумная неделя. В итоге я на всех скоростях пропустила понедельник и вторник. И я понимаю, что сегодня день чтения, il giorno della lettura, но lettura будет сегодня после 11 вечера, а сейчас пока что индиретта, которую я пропустила в начале недели. И сегодня мы с вами разберем слово qualche, да, слово qualche сегодня разбираем. Боль была, были в эти злые, но не злые такие комментарии по поводу теста, что как так, почему, зачем qualche в единственном числе. И сегодня мы с вами давайте быстренько попробуем за 10 минут разобрать это чертово qualche и понять, почему с ним так много спотыканий. Да, то есть это вообще это общая проблема, причем она часто возникает у людей, которые, в принципе, уже там давно занимаются. Давайте разбираться по порядку. Итак, что такое qualche? Ну, что такое qualche? Qualche significa, во-первых, прежде всего, è un certo numero. То есть, когда мы используем qualche, мы всегда имеем в виду некоторое количество. Какое количество? Вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, это больше, чем один. Да? То есть, когда у вас, например, один друг, вы говорите «о un amico». Когда у вас одна проблема, дай бог, чтобы так, ну, максимум была одна, вы говорите «о un problema». Да? Соответственно, когда вы даете один совет, вы говорите «ti do un consiglio». Тогда все понятно. Один – это один. Дальше. Что для вас много, я не знаю. Но когда у вас чего-то много, тут на сцену выходят molti, tanti и другие слова. То есть, когда у вас много друзей, вы говорите о molti amici. Когда у вас много проблем, вы говорите о molti problemi или о tanti problemi. И когда вы хотите дать много советов, вы говорите ti do molti consigli или ti do tanti consigli. А вот теперь смотрите, qualche – это то, что находится на шкале между один и много. То есть, я не знаю, это может быть два, это уже qualche, это может быть три, это может быть 10, в зависимости от того, что для вас много. Да? Но это всегда небольшое количество, некоторое количество, которое больше, чем один и меньше, чем много. То есть, в принципе, это слово, которое мы будем использовать в жизни часто. Да? И вот теперь дальше. Откуда возникает вообще такая вот претензия? Почему единственное число? Что происходит? Вы переводите слово qualche словом несколько. Да? И дальше вы говорите, ну как же, но ведь в русском языке у меня несколько друзей, или у меня там некоторые еще, да, проблемы. Ребят, но давайте мы с вами договоримся раз и навсегда, что перевод – это перевод, и он не имеет отношения ни к изучению языка, ни к его правильной структуре. С таким же успехом можно возмущаться, почему слово «дом» в итальянском женского рода «la casa», или почему «собака» мужского, или каны, да, то есть это вот как бы примеры из той же области. Смотрите, что нам надо с вами знать. Нам надо с вами знать, что слово qualche всегда, во-первых, имеет неизменяемую форму, оно ни во что никогда не меняется, и за словом qualche всегда идет существительное в единственном числе. И, ребята, это очень сильно облегчает жизнь. Вам не нужно помнить ни как образуется множественное число, что это case или notti, да? Вам не надо ломать голову. Все, что вам нужно поставить после qualche, это существительное в единственном числе. И эта конструкция o qualche amico как раз и будет означать, что у меня больше, чем один друг, но их немного, у меня нет много друзей. У меня есть несколько друзей, у меня есть некоторые друзья в Италии. O qualche amico in Italia. И еще особенное слово qualche, то, что я могу их, в принципе, посчитать. То есть, если я напрягусь, я вспомню. Так, Паоло, Марко, Джованни, Лука. Allora, o qualche amico in Italia. Да? Но я не хочу напрягаться, я просто говорю qualche. Соответственно,
Ho qualche amico in Italia, или, per esempio, gli ho prestato qualche libro. Я ему одолжил несколько книг. Сколько? Ну, опять же, больше, чем одну, но не очень много, да? Qualche libro. Или ho comprato qualche quaderno. Я купил несколько, вот буквально сегодня, ho comprato qualche quaderno. Что это значит? Это не значит, что я купила un quaderno, потому что так бы я сказала, ho comprato un quaderno. Это не значит, что я купила molti quaderni, иначе бы так и сказала, что ho comprato molti quaderni. Нет, я говорю, ho comprato qualche quaderno. Но вот буквально 4 или 5, да, но mi ricordo, però ho comprato qualche quaderno. То есть первое, что вам нужно вспомнить, то, что qualche, а, не меняется, б, за ним всегда стоит слово единственного числа. Неважно, что на русском несколько друзей, неважно, что на русском некоторые проблемы. Нет, это не важно. Важно, что в итальянском языке слово qualche требует постановки существительного в единственном числе. А какие это влечет за собой проблемы? Во-первых, вас ловят в тестах. Да? То есть, когда вы говорите, что in piazza c'è qualche persona, вам надо сказать c'è qualche persona. То есть, глагол, ребят, если он там есть, да, связанный с qualche, он тоже будет в единственном числе. Да? In piazza c'è qualche persona, per esempio. Oppure, per esempio, sul tavolo c'è qualche libro. C'è qualche libro, потому что число это единственное. И пусть их там будет три штуки, но все равно для меня c'è qualche libro sul tavolo. Что происходит очень часто? Очень часто оно не идет автоматически. То есть, что вы делаете? Вы ставите и в разговоре глагол во множество число. Вы уже сказали «чисоно». Поскольку вы не можете посчитать число людей на площади, но там их человек 5-6, и вы рассказываете им пьяца, чисоно, упс, что делать? Что, выхода нет? Нет, так не бывает. Че семпре уна виа душита. Уж если вы ушли во множественное число, к вам на помощь приходит словечко алькуни, алькуне. В отличие от qualche, который всегда один, совсем один, сейчас утрирую, слова алькуни и алькуне в этом значении несколько некоторые используются во множественном числе, но, ребята, здесь уже, к сожалению, придется вспомнить, а какого рода было наше существительное, да? Потому что ho comprato alcuni quaderni, ma in piazza ci sono alcune persone, да? То есть мы согласовываем, примеры все напишу в комментариях, да, как обычно, чуть позже. Поэтому, если вдруг говоря, вы уехали во множественное число и говорите in piazza ci sono, oppure sul tavolo ci sono alcuni libri. Sul tavolo c'è qualche libro. In piazza ci sono alcune persone. In piazza c'è qualche persona. В итальянском языке эти две фразы будут синонимичны. То есть ho comprato qualche quaderno значит ровно то же, что ho comprato alcuni quaderni. No? Per esempio, какая тогда, как вы скажете, а как всегда? Ну, конечно же, не всегда, да? Всегда есть какие-то тонкости. Давайте сначала посмотрим, где, в принципе, они взаимозаменяемы. Еще примеры, да? Per esempio, nel portabagagli dell'auto c'è qualche valigia. Ну, не считал я, сколько там чемоданов. Ну, штук 5 примерно закинула, да? Nel portabagagli, в багажнике, да, c'è qualche valigia. То же самое могу сказать. Ci sono alcune valigie, да? То есть абсолютно то же самое. Vorrei passare a Firenze qualche giorno. Да, я хотел бы провести во Флоренции несколько дней. Qualche giorno. Помним, что такое qualche, больше, чем один, меньше, чем много. Vorrei passare a Firenze alcuni giorni. Да? Alcuni giorni. Несколько. То же самое. Да? Это вот история. Дальше. Соответственно, что еще я хотела рассказать быстро? Я хотела сказать следующее, что иногда есть просто моменты, которые более тяготеют к разговорной речи. Так вот, именно qualche, да, он чаще употребляется именно в разговорной речи, чем alcuni, alcune. Но это не значит, что alcuni, alcune не употребляется. Да? Нет такого. Вы можете сказать alcuni libri, alcuni giorni, alcune persone. Абсолютно нормально звучит. Единственное, что, смотрите, бывают некоторые выражения, которые просто тяготеют к
словечку «куальки». Сейчас на ходу, пока я это рассказывала, кстати, мне пришло в голову выражение «qualche volta». Да? Вы, наверное, знаете, что я могу сказать «qualche volta vado al cinema». Да? То есть время от времени, иногда «qualche volta vado al cinema». Oppure «a volte» еще есть, да? «A volte vado al cinema». Так вот, если вы в разговоре вместо «qualche volta» захотите сказать «alcune volte», ну, как бы не то, что это будет звучать странно. То есть это немножко не разговорная история. А вот qualche, то есть какие-то вещи лучше все-таки использовать словечко qualche. Qualche volta vado al cinema туда же относится. И на самом деле, в принципе, я бы туда же отнесла еще in qualche modo, да, in qualche modo, каким-то образом, с какой-то точки зрения. Posso dire, ma in qualche modo è interessante. Да, то есть с какой-то точки зрения, в принципе, с какой-то стороны это интересно. Вот это вот in alcuni modi сказать будет немножко не... не будет работать эта формула. Поэтому со словечком qualche есть некоторые выражения, изначально разговорные, которые вот qualche volta или in qualche modo. И обратите внимание, кстати, если вы испытываете сложность со словечком qualche, вот qualche volta, оно же прям просится, qualche volta vado al cinema. Да? Или in qualche modo è interessante. Возьмите их себе за модельку. И, соответственно, помните, что если вы случайно, ну вот, когда вы только-только тренируетесь строить фразы, вы что-то ушли во множественное число, говоря про ту же самую площадь, да? Вы всегда можете поменять мысль, да, и сказать «che in piazza ci sono alcune persone», вас никто не обвинит, или «sul tavolo ci sono alcuni libri», или «ho prestato alcuni libri», но здесь уже не так страшно, здесь глагол не будет зависеть от числа существительного. Поэтому вы, конечно, я понимаю, что перевод очень нужен, и надо там, да, понимать, что вы говорите, но если вы будете, что происходит, когда вы переводите с русского языка, у вас будет возникать эта ошибка. Поэтому от этого нужно немножко уйти, нужно придумать для себя несколько фраз ролевых, подумайте, что в жизни у вас есть, да, это может быть действительно «o qualche amico in Italia», «o qualche problema», да, oppure «ho comprato qualche pianta al mercato», да, пару кактусов там прикупил, или, per esempio, «qualche giorno fa», а, кстати, вот «qualche giorno fa», ну, или «alcuni giorni fa», можно и так сказать. Qualche giorno fa siamo andati al mare. Несколько дней назад. Pure alcuni giorni fa siamo andati al mare. No, per esempio, dovremo aspettare ancora qualche minuto. No? Qualche minuto. Ну, сколько? Больше, чем одну, но не очень много. No? Ну, 3, 4, 5, alcuni minuti. Dobbiamo aspettare alcuni minuti, dobbiamo aspettare qualche minuto. То есть, смотрите, вы можете жонглировать этими двумя способами так, как вам нравится. Да, не бойтесь этого. И действительно, ошибка со словом qualche возникает очень часто, именно из-за перевода. Поэтому просто запомните, что слово qualche дружит только с единственным числом. Не бойтесь его использовать, оно действительно нам очень часто бывает нужно. Потому что тех же самых проблем в жизни у нас бывает часто больше, чем одна, но меньше, чем много, да? Поэтому на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Vi auguro buona serata. Рубрика чтения выйдет сегодня после 11 вечера. Buona serata a tutti. E ci si sente, ci si vede. Grazie. Ciao-ciao.